держите, это вам, это раз. Держите, тут тоже подарочный сертификат под тайской лавки, это два. Ну и, конечно же, от наших партнеров три. От студии депиляции мед, вам бесплатные сертификаты на услугу. Спасибо. С наступающим 8 марта. Слушайте радио Лемма, 102.7 FM. Ведущие радио «Лемма» и сотрудники госавтоинспекции Владивостока сегодня радовали и удивляли приморских автолюбительниц. В преддверии 8 марта проходила традиционная, красивая и очень приятная акция «Весенний патруль», организованная радио «Лемма» совместно с ГИБДД. Увидев инспекторский жезл, ничего не подозревающие девушки сначала немного расстраиваются, но, заметив цветы, начинают улыбаться. Я в новостях видела и в интернете читала, что да, у нас в городе есть такая замечательная традиция поздравлять автоледи в предпраздничные дни. Сюрприз такой я не ожидала. Прекрасно. Солнце нас радует, весна, отлично. Сегодня от сотрудников ГИБДД никаких квитанций и штрафов, а только пожелания счастья, добра и благополучия и напоминания о важности соблюдения правил дорожного движения. Данное мероприятие мы проводим ежегодно. Дети конкурсу готовили открытки для автоледи, чтобы поздравить всех женщин с наступающим праздником. От лица госавтоинспекции я хочу поздравить всех женщин с праздником, пожелать им безопасных дорог и всего самого наилучшего. Автолюбительницы получают из рук радиоведущих неожиданные и оттого еще более приятные подарки от партнеров акции. Мега-дискаунтеры «Агрокомплекс Приморский», компании «Славда Групп», ITM «Владивосток», сети кинотеатров «Иллюзион», студии коррекции фигуры и косметологии во Владивостоке «Slim Room» и в находке «Slim and Beauty», тайской лавки спортивного комплекса «Чемпион» и эксперта в области массажного и фитнес-оборудования «Ямагучи». Мы каждый год радио «Лемма» партнеры поздравляем автоледи, ну, конечно, важна, потому что вот сегодня, например, была такая ситуация, что остановили женщину, она аж немного всплакнула по причине того, что ей было это очень приятно. Поэтому здесь такой момент, конечно, приятно девушкам получать цветы, подарки, ну, все это любят. И мы стараемся этим самым еще, конечно же, и поднять настроение, ну и плюс напоминаем, что ПДД нужно соблюдать. Представители компании Japan Logistic Systems и студии лазерной депиляции «Мед» тоже решили поздравить горожанок, вручив свои сертификаты и подарки. Всемирный праздник, международный даже праздник, 8 марта. Хотим радовать женщин, дарим сертификаты на скидку агентских услуг наших. Также приятный японский подарок в автомобиль, который, да? Приносит запах хороший. Ну и, в принципе, настроение, самое главное, настроение девушкам дарим. Поздравляем самых наших прекрасных клиенток. Я понимаю, что для них это большой сюрприз, когда останавливают на дороге и помимо того, чтобы спросить документы, дарят подарки. Конечно. Это здорово. Ну и наша цель все-таки, миссия нашей студии, так сказать. Мы хотим сделать девушек нашего города красивее, а когда их можно радовать, как не в преддверии вот такого вот женского дня, когда действительно все ожидают какого-то праздника. Акция «Весенний патруль» от радио «Лемма» стартовала от центральной площади Владивостока и продолжилась в других районах города. Несколько сотен тюльпанов разлетелось за считанные часы. Красивая весенняя традиция. Поклонниц у «Леммы» стало больше. Ирина Шилина, Анна Дьякова, Софья Воронкова, Денис Фадеев. Новости на восьмом.